Смотри, ты не поверишь. Раз, два, три. Скорая помощь для Иосифа Кобзона. Почему ему стало плохо во время концерта? Он будет выступать, да, сегодня? Да, Когда Надежда Бабкина станет бабушкой? Теперь ты будешь точно Бабкина. И почему ее гражданский муж не хочет быть дедушкой? Моим внуком, что ли? Это не мой внук совершенно. Новые свидетели по делу Зыкиной. Людмила Георгиевна никому ничего не хотела дарить. Кто и где прячет ее наследство? Наш доблестный муж идет по следу. Ты не поверишь. В субботу, сразу после программы «Русские сенсации» на НТВ.